Всем привет, ребята! Сегодня с Алисой мы будем открывать куколок Лол. Мы купили несколько шариков, больших и несколько маленьких с сестренками Лол. И еще хотим показать вам всех куколок, которые есть у Алисы. У нее есть не только настоящие, у нее есть еще несколько подделок. Вот они. Вот это три подделочки. А это все настоящие куколки, из которых очень много повторюшек. Смотрите, девочка как будто танцует или шевелится. Это вроде как здорово, но кому-то это не нравится. Алисе попался розовый шарик. Бывают золотые. Бывают золотые сестренки? Да. То есть у больших редких кукол могут быть редкие маленькие сестренки? Угу. Да ты что? А я не знала даже. Вот такая крошечка подмигивающая попалась Алисе. Для нее у нас нет старшей сестренки. Созрений нету. У нее еще сюрприз. Шляпка. И какие-то аксессуары. А давай мы с тобой сначала всех куколок откроем, а потом все сюрпризы, хорошо? Угу. Давай. Я так и хотела сделать. Да? Следующий шарик. Это уже большой шар Лол. Ты думала, он сейчас упадет у тебя, да, Алисе? Ребята, если вы еще не видели наше видео, как мы открывали много шариков первой серии, то ссылочку мы оставим на это видео в описании. Мы открыли очень-очень много шариков первой серии, и нам попалось много повторюшек, ну и много золотых шариков. Ну, так что смотрите. Мы еще расставили нас их. Да, мы расставили всех куколок, которые у нас есть. И у нас их уже очень-очень много. Но мы, наверное, не успокоимся, пока всю коллекцию не соберем, да, Лисенька? Угу. Пишите комментарии, если вам нравится Лол. Да, если вам нравится Лол, и если вы хотите смотреть такие видео, пишите в комментариях, мы будем открывать шарики Лол на камеру, потому что обычно мы их открываем просто так, а потом показываем. Вот, если интересно, пишите. Ой, мама, убери. Упала мимо. Подниму, хорошо, уберу. Ой, давай я ногой там. Ну, давай. Ты моя умничка, все прибираешь. Где-то будет проглядывать сейчас, да? Да. Цвет какой? Зеленый. Цвет? Зеленый. Ну, ладно, ничего страшного. Это шарики второй серии. Вау, знаю костюмчик. Ты хочешь по костюмчику определить? Угу. У нас такая не было. У нас такой не было, точно. Только под юбку подходит, под носы. Ну-ка. Так, что же это за девочка нам попадется? Угу. Очень интересно уже. Если так интересно, давайте сразу откроем все. Ой, куколку загадочную. А где кофточка? А вот. Все на месте. Вау! Карамельная! Какая она классная! Карамелька! 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 Починочки один. Все! Я готова! Как ты думаешь, какого цвета шарик? Зеленого. Зеленого, да? Нам еще ни разу не попадался с тобой золотой маленький. Куколка такая у нас. Похоже, букетики спряталась, не хочет порезать, да? Угу. Ухошки. Открой, пожалуйста. Вот и мама открыла. Повторюшка. Давайте я отмечу вам. Как повторюшка? Какая? Вот. А, у нас такая уже есть, да? Повторюшки. И у них, кстати, есть старшая сестра. То есть это близнецы родились. Старшая сестра, вот она, а? И одна сестренка-повторюшка, которая появилась у нас раньше, принесла шапочку сестренке старшей. Вот она какая. Ребята, как вы уже заметили, у нас очень много повторюшек. Напишите в комментариях, пожалуйста, что нам с ними делать. Куда нам их девать? А мы... Может быть, ими обмениваться? Нет, а когда при этом я повторюшки подарю своей малышке. Какой? Которая девочка Алиса. Реборн?
Реборну подаришь? Угу. И она будет ими играть, да? Угу. А я думала, что мы будем их на обмен. Видишь, как я придумала сейчас его? Ну, то есть ты не против, да, Алиса, обмениваться? Ага. Ребят, посоветуйте, где-то, может быть, уже есть группы ВКонтакте или в других соцсетях, где обменивается куколками Лол. Если такие группы есть, то, пожалуйста, подскажите нам. Послание Фангел. И вот у меня за второй слой. Пиу! Ой! Вот. Так и знала, что это розы. Что? I grant wishes. Держи. Давайте первую куколку взглянем. Давай. Да что у тебя все падает? А если хотите подписаться, то группа ВКонтакте. Подпишитесь. Да, мы оставим ссылочку на нашу группу ВКонтакте в описании. Там Алиса общается там с подписчиками. Повторюшка, что ли? Ну как так-то? Еще одна повторюшка. Мы можем разобрать. Нам уже этих повторюшек некуда девать. А мы будем малышке раздать их? Ну малышке раздадим, конечно. Как много повторюшек попадается нам в этот раз. Ну ладно. Мама, она не двигает ручки. Да. Эту повторюшку мы оденем попозже. Будем открывать уже следующую. Да, Лисюня? Я так и знаю. Какой. Золотой! Не верю. Ну-ка. Из второй серии нам снова попался редкий шарик. Золотой! Вот это удача, Лисюня! Вот это везение! Скорее открываю! Давайте выкинем сюда. Угу. Послание. Heart of Gold. Алиса, нам может попасться самая редкая девочка 24К. Может. Надеюсь, что это она. Так, ребята. Следим за шариком. Открываем его очень аккуратно. Как будем отгадывать? По каким аксессуарам? Сразу куклу откроем или по аксессуарам отгадаем? Два по аксессуарам я открою. Давай первое открываем. Это сосочка? Да, сосочку я не хочу. По сосочке непонятно будет, да? Давай открою ботинки. Упала, да? Давайте по девочке узнаем. А наряд? Наряд вот. Итак, ребята, открываем. Послание было очень интригующее. Будем надеяться, что оно... Что оно? Что оно? На 24 голд! Это она? 24 голд? Да. Обалдеть! У Алисы теперь есть вторая суперредкая кукла. Русалочку Алиса уже нашла. И теперь она нашла вот эту суперредкую куклу. Обалденная! Ну, как вы знаете, это я люблю золотые. Ребятки, я люблю золотые, просто обожаю. Смотрите, я обожаю их! Да. Здесь. Это уже шестой шарик золотой, который нам попался. Обалдеть! Ребята, вы только посмотрите на этот макияж, кошачьи глазки. Очень красивый, блестящий макияж. Сейчас мы всю на нее достанем. Она реально крутая. Еще два сайка остались. Еще два шарика у нас осталось. А? Алиса открывает этот следующий шарик. Он зеленого цвета? Какого? Мы еще не знаем какого. А я знаю. Послание. Какая-то мордочка и барабаны.
Опять золотой? Зеленый. Зеленый? Ребята, Алиса попросила меня, чтобы я помогла ей открыть зеленый шарик. Вот. Алиса открывает уже следующий шарик. Какой цвет, Лисюнь? Миска, зубочка, миска, зубочка. Ты не знаешь? А сейчас узнаем, потом после того слоя. И хочу положить. Розовый, да? Да. Ну давай, зеленый откроем. Девочка, что там за девочка? Что, еще одна? Ребята, с каждым разом нам все реже и реже попадаются куколки, не повторюшки. Очень много уже у нас повторюшек. Я даже не знаю. Я даже не знаю, что мы будем с ними делать. Это чья? Соска твоей розовой, да? Так, ну давай посмотрим, что у нас в розовом шарике. Ну, средний конец. Что за девочка? Ой, сандали. Ну ладно, хоть у нас 24 слов попалось. Не так обидно, что столько шариков купили, да, Алиса? И повторюшки у них есть. Кто? О, новая! Ой, как хорошо, что новая. Да. А то я думала, опять будет повторюнди. Вот такая девочка нам попалась. У нее, кстати, сердечки на щечках. Скоро с Алисой будем тестировать всех наших куколок, что они умеют делать. Пить, писить, плакать. Что они умеют делать. В общем, мы по полной затестируем. Да, Лисин? У нас шариков больше не осталось? Ой, пустая коробка. Вот все мои куклы.